Доброго дня, вітаю, говорить український Херсон. Сьогодні є хороша новина у поступленні гуманітарного груза від наших друзів з Дніпропетровщини, які поставили в першу чергу першу машину з медикаментами для нашого міста. Хочу поблагодарить Юлию Мендель, которая является уроженкой Херсонской области из Генической, которая принимает непосредственно прямое участие в поставке гуманитарной помощи. Одна из машин прибыла в город Николаев. Хочу поблагодарить Павла Кухту, который помог решить вопрос с дрожжами, которые 14 тонн идут для Херсонского хлебозавода. Шаг за шагом мы будем маленькими шагами поддерживать наш город Херсон. Прошу не забывать о городе Херсоне. Херсон – це Україна, разом ми переможемо. Дякую.